Итак, я вас приветствую на дисциплине технологии правозащитной деятельности. И мы с вами в формате формальной логики. Мы с вами выучили 4 закона. Ну, как выучили? Мы их попытались прикрепить к вашей практике. Знаете, как начал это все углубленно изучать, у меня появились интересные кейсы. Например, такой. Есть в Нижнем Новгороде редактор журнала адвокатского одного. И я всегда с ним спорил, он друг мой по Фейсбуку, и мы всегда спорили, я никак не мог его понять, потому что он говорил нелогично. То есть он кому-нибудь скажет, и непонятно, то есть, ну, например, там у него пропадали аргументы всегда. Он всегда говорил тезисами, и на запрос аргумента он вообще, я понимаю, не понимал вообще, что происходит. Вот. А тут он мне сделал комплимент, говорит, вот, наконец-то вы перешли на эмоциональный, ну, как я, ну, сразу сказал, я не понял, что он сказал, я его переспросил, и он потом выдал мне, говорит, вы перешли на эмоциональный фон. Я думаю, что это значит на эмоциональный фон. А оказывается, что если хорошо занимаешься логикой, эмоции отрубаются вообще на одном этапе. Но там идет следующий этап. На следующем этапе эмоции подключаются. Потому что эмоции, оказывается, возникают при нарушении законов логики. Ну, при осознанном нарушении законов логики. Если неосознанно, каша получается. А если осознанно, то получается красиво. Ну, например, в школе юридической магии вот мы разбирали песню, где девушка не говорила ни да, ни нет парню. И выяснили следующее, что это такая игра. Игра в нарушении законов логики. Ну, когда спрашивают у девушки, ты женишься на мне? Она говорит, ни да, ни нет. Это же нарушение законов логики. Нарушение. Но это же игра такая. И она пьянит. То есть нарушение закона логики пьянит, потому что, ну, как, представляете, как все раздваивается, расстраивается. Это же пьянит, но это законно, потому что есть такой ритуал. Вот ритуал основан на нарушении закона логики, он порождает эмоции. И мы с вами дошли до этого этапа, я надеюсь. Мы дошли до этапа обобщения. Значит, вы будете знать только 4 закона логики, ну, по крайней мере, в рамках данного курса. И сейчас я сделаю такую обобщающую небольшую лекцию, а затем мы будем прикреплять к практике дальше. А лекция обобщающая будет посвящена следующему. Это 4 закона логики и юристы. Ну, чтобы привязать к нашей деятельности. А то скажут, что я преподаю логику, хотя вы это на первом курсе еще бакалавриата должны были делать. Ну, должны были. В классическом образовании это обязательно. Итак, а как же это связано? Связано через слова. Я попытался найти аналог 4 законов логики в нашем лексиконе, в нашем юридическом лексиконе. То есть как это проявляется у нас, вот эти все законы логики. И вот сейчас по всем проявлюсь. Первое, это у нас первый закон логики, это закон тождества. У нас это проявляется в таком слове, как глоссарий. Глоссарий – это в начале, напоминаю, в начале любого закона есть перечень терминов. Зачем эти термины? Чтобы зафиксировать схему. Схему именно для этого закона, именно для нашей юридической речи. То есть глоссарий – это фиксация схемы слова. Ну, там же есть и продолжение, например, вы откройте ту же Конституцию, и там вы увидите постоянно определение. Да. Президент – это собрание, это что такое? Это фиксация одной схемы, это фиксация первого закона логики. То есть базовые законы у нас посвящены тому, чтобы зафиксировать одну схему одного слова. Ну, глоссарий. Я через глоссарий бы раскрыл первый закон логики для юристов. Второе – это закон непротиворечия или противоречия. Да? Из двух суждений, контрарных, противоположных суждений, одно у нас ложное. И у нас есть прекрасный термин, который мы используем и все знаем. Это слово коллизия. Что такое коллизия? Это когда один есть закон, норма, есть другая норма, а одна норма говорит «делай так», а другая норма говорит «делай противоположное». И мы такие, о, коллизия. Коллизия – это противоречие. То есть это второй закон логики нарушен. Вот это в нашем слове. А третий закон логики – tertium non datur. Это третьего не дано. Я, знаете, долго подбирал какой-то термин, но вообще обращаю внимание, что юристов очень четко это работает, третий закон логики. Мы там, да или нет, очень часто
это используем, я бы взял слово вердикт. Вердикт. Там, смотрите, какая цепочка идет. Там идет цепочка следующая, когда у присяжных спрашивают, виновен или не виновен? Виновен или не виновен? А потом дальше пошло, если виновен, там уже идет, опять же, два терциум нон датер. Если виновен, то какие там два вопроса? Заслуживает снисхождение, не заслуживает снисхождение. То есть у нас каждый раз контрарное, противоположное, и мы выбираем. То есть юристы, они, опять же, по Аристотелю, они искатели истины. А третий закон, он на поиск истины, потому что мы из двух противоположных суждений видим одну истину. Вот мы видим, что человек виновен, нашли истину. Видим, что он не виновен, нашли истину. Видим, что он виновен, и нашли истину, он виновен, что он можно его чуть простить или не простить. То есть мы вот такие, знаете, у нас алгоритмы. В голове у каждого юриста алгоритм. Алгоритм основан на третьем законе логики. Мы создатели истины. А истину можно создать только через третий закон логики. Ну и, соответственно, четвертый закон, он легко конвертируется в юридический дискурс, это доказательство. Четвертый закон, закон достаточного основания, мы говорим, а доказательства твои, а предъявите это ваши доказательства. И, конечно же, юрист всегда начнет аргументировать. Он не может написать документ, даже заявление какое-нибудь. Прошу направить меня на конференцию. Точка. Юрист никогда не поставит. Он поставит точку и продолжит. Или запятую. На основании или в соответствии. Он догрузит аргументом. Этим мне юристы нравятся. Они всегда аргументируют. Ну, бывает наивно, но всегда пытаются аргументировать. Вот. Эти четыре закона логики через четыре слова, глоссарий, коллизия, вердикт и доказательства, связанные с юриспруденцией. Пожалуйста, я прошу с каждого по вопросу, по этой теме, и мы пойдем в практику. Начнем с практики. А для чего мы должны акцентировать внимание на юридических терминологовых аналогах? Ну, потому что есть такая вещь, как... перекладач, как сказать-то по-русски, переводчик. То есть есть дискурсы разные, есть логические дискурсы, а есть юридические дискурсы. В каждом дискурсе свои термины. И чтобы знание из одного дискурса, багаж, перенести на другой, надо его перевести. А как его перевести? Через слова. То есть то слово, которое там, оно здесь, и мы те смыслы, которые оно имело так, там перетаскиваем сюда. То есть мы начинаем говорить с юристами на юридическом языке. В любом случае, я вас отправляю, вы уже находитесь, я надеюсь, в юридической среде. И чтобы и там необходимо разговаривать, вы же не пойдете к немцам разговаривать на русском языке. Ну, навряд ли. Ну, только если там на Т-34. Вот. Обычно вы говорите с юристами на юридическом языке, и я вам даю эти слова, чтобы вы говорили это слово, а видели смыслы те. Богатые смыслы, нарушения или соблюдения законов логики. Вот о чем. А вот этот перенос дискурса, он осуществляется в полной мере? Или есть что-то, что из первого дискурса логики все-таки нельзя перенести в наш юридический? Да, есть это, я не могу прям в этом смысле, как это работает, но есть ценности, которые переходят с языком. Mm-hmm. Например, вот в русский язык там пришло слово тарелка. Это детеллер, да, немецкое. Просто не было на Руси тарелок никогда. Вот ели стол такой был, там выдалбливали и туда прям накладывали. И там ели. Я не знаю, как это мыли. Мне, наверное, слово «мыть» тоже не было. Вот. То есть транслируется, прям берется с корнем, прям как дерево с корнем, да? Берется слово и транслируется. Mm-hmm. То есть и когда такое происходит, в юриспруденцию приходит, я не знаю, какие из логики пришли в юриспруденцию. То есть нет таких категорий, которые нельзя бы было перенести? Можно или придумать свое слово, дать аналог своему слову, то есть наделить семантическое значение от того слова, или просто перенести слово напрямую. Но я думаю, что terzum non datur вообще достойно перейти в юриспруденцию, потому что это есть традиция латинизмов и достаточно хорошо используемое у нас явление, как правило, четкое правило. Спасибо. Да. Может ли один термин
ну, там, образно говоря, коллизия, учитываться не только во втором, но и в других законах логики. Может ли этот термин указывать на другие законы? Да. Содержится ли он там? Да. Ну, давайте посмотрим. Коллизия, да? Коллизия. Да. Может ли он, зафиксирован ли он у нас одна сема слова коллизия? Зафиксирован ли? Да. Ну, вроде, ну, как бы, опять же, все эти четыре закона логики имеется в виду, что они постоянно в обороте. Мы очень трудно выкристаллизовать один и не использовать, другие. То есть я думаю, что можно. Да. Для юристов обязательно знать вот эти четыре закона логики, но есть ли что-то еще, что необходимо в дополнение к ним знать или освоить, может, какие-то техники? Знаете, знать и знать. Я хочу разделить это две семы этого одного слова. Как я уже говорил, все его, всех используют. Но знают в смысле интуитивно. От ребенка до старухи шпагляк. Они все знали, то есть знают в смысле используют. И юристы знают в этом смысле все. А вы как магистры, я попытался перевести вас просто на другой уровень. Знать, как осознанно понимать. Знать, как осознанно, то есть видеть, например, чик зафиксировать, терцум нон дат. В данном случае было нарушено. То есть переход туда, на другой уровень. Но как только это пойдет, четыре закона, они же как базовые, они автоматически потянут за собой все остальные логические закономерности, например, классификация. Ну, классификация у юристов, она четко видна. Но она, опять же, основывается на вот этом. Или там по кругам Эйлера, да? Ну, логическое распределение понятий. Оно тоже тянется вот из этих четырех законов логики. И там это мы все тоже, как и в четырем законе логики, мы используем в автоматическом режиме, но можно перейти на режим осознанности. И это просто будет другой уровень юриста. То есть все можно там, я подозреваю, что мы дальше есть, и дальше, но пока вот на втором уровне мы с вами остановимся. Ну, в этой жизни. Ну, понятно. Образовательная жизнь. Пожалуйста. Если возникли вопросы, да. Как вы считаете, могут ли быть заданы глупые вопросы и существуют ли они вообще? Ну, тут надо определить схемой слова глупый. А если глупый имеется в виду нелогичный, то да. Ну, например, набор звуков. Ну, есть вопрос, например, ну, он как бы. Но опять же, с другой стороны, есть, может быть, вопрос демонстрации. Например, вот из Кэрролла, да, когда Бармаглота, стихи Бармаглота, они же там вроде тоже, ну, как бы звуки одни, но они так выстроены в ряд, что напоминают стихотворение. Хотя ни одного слова из этого стихотворения не существует в природе ни в английском языке, ни в нашем переводе, ни у нас. То есть в этом значении не могут быть глупые. И все в контексте. Хорошо. И я предлагаю закрепить эти все четыре термина следующим образом. Вам сейчас в течение 4 минут необходимо будет составить одно предложение, в котором все эти четыре термина присутствуют. Напоминаю, что логика – это связывание. Умение связать четыре термина – это значит понимать эти термины и обнаруживать связи между ними.